Здравствуйте, дорогие садоводы-любители! Сегодня 28 августа 2023 год. Вот хотела вам показать еще одну розу. Это Пульман Ориент Экспресс, то есть Восточный Экспресс по-русски. Эта роза чайно-гибридная. Цветок у нее довольно-таки большой. Вот за четвертый год, что она у меня растет в саду, самый большой цветок был диаметром 13 сантиметров. Но сейчас они чуть поменьше, потому что роза очень плохо вышла из зимовки. Вот она нарастила такой кустик. Кустик у нее, кстати, прямо стоячий. Сильные ветра ее не разламывают, не расшатывают. Не разваливается она, не ломается. Солнце ее не портит. Дождь тоже особо не влияет. Цветок она держит очень долго вот этим цветам. Уже где-то неделя. То есть тут уже пчела-листорез поработала. Но она у меня в этом году одна из первых поразилась черной пятнистостью. Вот сейчас смотрю, тоже какие-то то ли от погоды пятнышки, то ли опять что-то нападает. Но у нас сильные ветра и вот дожди, поэтому обработать нет возможности. Обрабатывать, в принципе, надо. Но я каждые 7 дней стараюсь обрабатывать. Тем более сейчас рисковая такая погода, что пробуждаются все грибковые заболевания. Поэтому перепады температуры еще у нас. Но такая роза красивая. То есть она вот биколор написана. Вот видите, по краям у нее розовинки такие яркие. А внутри у нее вот как абрикосовые желтые. Очень красивые розы. Аромат чуть-чуть присутствует. Зимовала она у меня тоже без укрытия. Но была поражена в том году инфекционным ожогом. Так что тоже пришлось вырезать стволик один, потом она дала базальные побеги и вот нарастила кустик. Роза мне очень нравится. Самый главный куст такой вот крепкий. Вот рядом у меня клойростин. Вся развалилась, как паук. Цветет она, конечно, очень красиво, нежно пахнет. Ну вот, пришлось тут ей кружки поставить. Мне кажется, можно даже на опору ее. Вот такие вот кусты тоже вот разваливающийся. Ну, красивая роза, цветет тоже постоянно. Так, Восточный Экспресс у меня цветет в моем саду где-то в 3 волны. Весной, потом в середине лета. То есть он практически, вот можно сказать, по 2 недели стоит без цветов. Вот так у него на одной веточке по одному цветоносу. Редко когда по 2. Но то, что он у меня не вырастает в положенную высоту, не знаю, может, ему место не нравится. Может, ту его здесь душат. Не знаю. Но пересаживать уже, по крайней мере, нежелательно. Вот такой вот яркий, красивый цветок, как солнышко. Вот сегодня погода пасмурная, как раз вот можно полюбоваться, то есть не отсвечивать солнце. Но роза мне очень нравится. Лист у нее такой глянцевый, жесткий. Вот на ней жуков я не видела. Трипсы, конечно, были, но вот жуки ее бронзовки обходят стороной, что очень хорошо. Ну, вот такая вот она, розочка. Несмотря на то, что вот она у меня подхватывает пятнистость, будем обрабатывать. Листочки я все эти уберу на всякий случай. Может, это и не пятнистость, может, из-за перемены погоды такие листочки стали. Но в том году она у меня тоже самая первая подхватила мучнистую росу. В этом году пока этого нет. Посмотрим, что дальше будет. Ну, так розы очень красивые, очень нравятся. Всего доброго. До свидания.